Итак, сейчас мы находимся на стенде компании Carpology. Смотрим, что у нас есть интересного представлено на сегодняшней выставке. Марат, я смотрю, здесь много у нас на стенде интересных красивых катушек, которые на внешний вид очень даже симпатично и качественно выглядят. Расскажи подробнее, на какую стоит модель обратить внимание, цена, качество, на твой взгляд, что нового представлено? Да, привет. В общем, катушки — это Quick от немецкой компании DAM. Мы представляем 9 моделей на сегодняшний день для разных потребностей рыбаков. Ну, что, на что точно стоит обратить внимание, это на модель SLS-570. Во-первых, она привлекает своим дизайном, потому да, что здесь очень классно сделаны карбоновые вставки, соответственно, шпуля для того, чтобы леска не попадала внутрь. Вот. Это быстрый фрикцион, то есть он примерно, мы смотрели, что это около 1 оборота. То есть один оборот примерно. Уже все. То есть очень быстрый фрикцион. Да, очень удобно. Да, здесь 5 подшипников основных. Вес катушки примерно 695 грамм. В принципе, это немного на сегодняшний день. Вот. И новинка этого года, то, что сделал DAM, это SLS-970. По техническим параметрам она абсолютно одинаковая с SLS-570. Вот. Они изменили дизайн. Здесь порошковая матовая покраска черного цвета. Брутальная такая черная, да, ручка. Смотрю, мне лично, да? Честно, нравится. Плюс деревянная ручка. И они еще сделали, соответственно, чтобы она быстро складывалась. Вот. Еще здесь отличие от SLS-570, то, что, на мой взгляд, что Freak они сделали более нежный, то есть более с точной настройкой. Да, это очень актуально, кстати, особенно когда ловишь амура. Быстрый, сверхблистый фрикцион на некоторых удилищах, которые есть на катушках, не позволяет так точно настроить. Да. Вот. Вес у нее такой же, 695 грамм, как SLS-570. Вот. В общем, мне лично нравится. Я себе буду в этом сезоне такие ставить. А что еще, на что стоит еще обратить внимание, это вот DAM Quick Sumo. На самом деле очень популярная катушка, отлично подходит на спот. И в своем ценовом сегменте, я думаю, что, наверное, одна из лидеров. Потому что ее цена на сегодняшний момент — это примерно 6500 рублей. Малая лесоемкость шпули, да, смотрю? Да, то есть не надо тратиться на леску там или мучиться с бэкингом, да. В принципе, для сподового удилища идеальный вариант. Вот. Ну, на самом деле, нас покупатели берут и на рабочие палки, ну, то есть кому как нравится. Если, допустим, какие-то небольшие водоемы, где не нужно длинных больших дистанций, то тоже катушка прекрасно, в принципе, подходит. Ну, единственное, у нее, конечно, фрикцион обычный, то есть довольно длинный, с несколько оборотов. Аналогичные модели, да, только для любителей с бейтранером, да? Да, то же самое, только с бейтранером. Ну, естественно, они весят чуть-чуть побольше, потому что система бейтранера. Еще что интересного, это Quick DAM Surf Hammer. А, извиняюсь, Costa Surf. Абсолютно серфовая катушка, защищена от морской воды. Неубиваемая рабочая лошадка. Тоже на спот, кстати, возможно, актуально, да? Да, тоже на спот. Ну, мы рабочие, мы их тестировали в Кожухово. Ими этим бросали катушками. Нам, в принципе, тоже понравилось. Ну, просто неубиваемая рабочая катушка. То есть, да, на спот тоже можно использовать. Вот. То есть фрикцион у нее тоже, я бы сказал, полубыстрый. Оборот, это отлично. В принципе, да. Вот. Она бывает двух моделей. 14-тысячная, это вот то, что у меня сейчас в руках. И 10-тысячная, чуть-чуть поменьше шпуля. Вот. А в принципе, все то же самое. По сигнализаторам на сегодняшний день на рынке довольно много моделей, но действительно каких-то заслуживающих внимания и, самое главное, качественных, чтобы купил и забыл про то, что что-то может сломаться, на сегодняшний день это Флазар.
Это чешская компания. Что ее отличает от других, что всю свою продукцию, все сигнализаторы, они делают непосредственно в Европе, в Чехии. Вот. И что самое интересное, даже платы и микросхемы они не заказывают в Китае, а делают именно у себя на собственном производстве. Также они дают гарантию расширенную на 2 года на всю свою продукцию. Вот, вот эта модель, это Q9TX. Фишка Флазара в том, что их фирменная, это бегающий огонек поклевки. То есть, если идет поклевка от берега, то он идет наверх. Если в берег, то, соответственно, диод бежит вниз. Еще удобная функция, допустим, если вы поставили удилище на сигнализатор, нужно настроить свингер либо бат, то здесь есть обычная кнопка, нажимаем, и сигнализатор переходит в беззвучный режим на 30 секунд ожидания. То есть можно настраивать тем самым... Очень неудобно, кстати, мы когда на недавней рыбалке товарищи были, очень неудобно, когда я настроил, есть время, чтобы удилище настроить, повесить свингер и чтобы не раздражаешь соседей. И чтобы не шуметь, да. И потом не будет такого, что ты забыл включить. Да. Вот, пейджер принимает до 8 устройств, то есть на него можно прописать датчики охраны периметра, что, в принципе, очень популярно в Астрахани, в Краснодарском крае. И также можно прописать фонарик, который будет автоматически загораться в палатке при поклевке, чтобы можно ночью было попасть в тапки без проблем. Датчики движения? Да, это датчики охраны движения. Угол атаки 160 градусов бьют на 6 метров. То есть в случае, допустим, можем поставить там, в 50-100 метрах от лагеря датчики охраны, где-то там в траве на стойку. Вот. В случае приближения какого-то там человека, либо большого крупного животного, сработает датчик, передаст сигнал на пейджер. То есть вы будете... Сегодняшняя ситуация, я думаю, это очень актуально, потому что среднестатистический карпятник возит с собой там, не одну сотню тысяч рублей, поэтому, конечно, да. Если, то есть сигнализаторы снимают очень быстро и очень часто. Это проблема. А еще что-нибудь есть такое из бюджетного, который бы начинающий карпятник себе позволил? Из бюджетного, да. На сегодняшний день это МЭД, это карповое подразделение немецкой компании DAM. У них тоже довольно широкий модельный ряд сигнализаторов. На что стоит обратить внимание, это NXT, MET NXT, то есть выполняет абсолютно все функции любых других сигнализаторов. Розничная цена примерно на рынке в районе 16 тысяч рублей за комплект 4+1. Просто меньше настроек, да? Да, просто меньше наворотов, и, то есть, ну, они в любом случае удовлетворяют потребности, ну, может быть, не спортсменов, но обычного хорошего там рыбака. То есть, на самом деле среднего такого и бюджетной модели сегодня очень мало. Да, потому что они сегодня перебивают, в принципе, весь ценовой сегмент по сигнализаторам, потому что на сегодняшний момент либо это там от 50-60 тысяч выше, либо 2-3 тысячи рублей какие-то, ну, там, абсолютно китайские сигнализаторы, в которых нельзя быть уверенным, что они на следующее утро заработают после дождя. Все, спасибо большое за...